Гневай, Господи, яко грехи и беззаконие нашими, прогневаш Твою благость, но милосердися и помилуй нас, и отрати лица Твоего от нас смятение и печали сущие, дай нам всесильную благодать Твою. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных. Люби потайно образующих, животворящих Троицы, Пресвятую без повелевающих, всякую ныне житей своего Божьего. Вас, дорогие отцы, братья и сестры, благодарю за нашу соборную молитву. Сегодняшний день мы вступили в период препраста, перед великим благодатным праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это означает, что с нашими богослужениями звучат особые уже рождественские песнопения, которые готовят нашу душу, наше сердце, наши умы, всех нас в целом, для того, чтобы мы были вместилищем невместимого, чтобы наше сердце стало яслями Богомладенца Христа. Я всех нас, дорогие братья и сестры, поздравляю с тем, что мы вступили в вот этот период предпраздства, период не просто ожидания и каких-то земных трудов. Это период особого поста во всем, и в пище, в помыслах, взглядах, выселение во всем, чтобы себя восстановить, чтобы вернуть свою природу к тому, чтобы по-настоящему мы смогли вместить невместимого, чтобы в нашем сердце Богу было приятно и уютно. С праздником всех!